Орион, я умру, но помогу тебе преодолеть все твои страхи. Вау! У меня самая важная работа в мире. Я являюсь каждую ночь и несу ее. Несешь что? Тьму! И переоценить мою работу довольно сложно, ведь без темноты другие работать не смогут. Что? А кто еще? Например, засыпашка. Что? Не бойся, она профессионал. Есть сладкая греза. Тишина. Непонятные звуки и, конечно же, бессонница. Что ж, теперь точно уволят. О? Какой-то кошмар! Всем доброе утро! А это кто? Свет, заклятый враг тьмы. Каждый день я несу миру краски и надежду, а ты делаешь ровно наоборот. Ай, ну ладно. Ты правда считаешь, что можешь убрать все мои страхи за одну ночь? За ночь может измениться все! А ну все собрались, у нас есть дело. А если он испугается, и сама ткань вселенной необратимо изменится? Это правда может случиться? Да, не должно. «Орион и тьма». Смотрите в кинотеатрах с 8 февраля.